Зимний привет всем нашим подписчикам, зрителям нашего телеканала. Сегодня 25 декабря 2018 года, и на наш город Харьков обрушился снежный циклон. Буквально 6 дней остается до Нового года, и наш город начал утопать в снегу. И сейчас мы с вами выйдем на улицу, попытаемся немного прогуляться. Я вам покажу, сколько снега засыпало за буквально последние 12 часов. Выпала недельная норма снега. Это очень много. Ну что ж, друзья, пойдемте на улицу. Ну что ж, давайте сделаем попытку выйти на улицу. Так, пошли. Такая у нас была аллея. Ноги. Невозможно идти, ветер сбивает снова. Все засыпано снегом. Что ж, пойдемте дальше. Деревья все. Большой снежной шапки гнутся. Хоть красотища, но за мной деревья трещат. Честно, вы извините, но уже чуть не по колено до снега. Снега, как в сказочном Сургуте. Да, много, много снега. Ой, вообще все усыпано. Снежок немножко убавляет свой ход. Хоть можно будет передохнуть. Так. Наконец, наш город прошла настоящая зимушка-зима. Итак, друзья, снег снова усиливается. Все больше и больше засыпает нас снегом. Вот такая снежная шапка, вот такой зимний пейзаж 25 декабря 2018 года. Людей на улице никого. Желание, я вижу, прогуляться в такой зимний снежный день нету ни у кого. Так, тут, кажется, шли люди. Рискнем и мы пробраться сквозь снежные заносы. Я решил сегодня все-таки прогуляться, не глядя на такую снежную погоду. Ух, на меня только что упал снег прямо под темечку. Ну вот, мы уже
вышли на почищенную аллею и будем спокойно идти и наслаждаться зимним пейзажем 25 декабря 2018 года. Зимушка, зима 2018. Ну что ж, друзья, будем возвращаться домой. Уже натоптанная дорожка. Пойдем ставить елку и готовиться к Новому году. Вот и заканчивается наш специальный выпуск о снежном циклоне, обрушившемся сегодня на наш город Харьков 25 декабря 2018 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы и предложения. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел и кто с нами сегодня гулял. Все самое наилучшее. До свидания.